представительница главной компании вызвали ее исключить. Особо остро отреагировала общественность на участие в ней. Поближе к теме, поближе. Вся информация лежит у нас здесь и есть. Укрепление было вразумительной стратегии и четких представлений о том, как выстраивались коммуникационные шаги. В результате чего на компании обрушилась критика главным образом со стороны экологических организаций, поскольку именно экологические ценности компания заявляет как приоритетные для себя. Экологические организации развернули публичное противостояние ВИП. Особо остро свое отношение к компании высказывает организация Greenpeace, которая устраивает масштабные акции, которые предъявили на весь мир. В том числе активисты этой организации блокировали 12 заправок в Лондоне, а также провели ребрендинг. Экологических организаций на дорогах, с другой стороны, это кризисная коммуникация. Как реагировала ВИП на вот эти вопросы? ВИП практически никак не реагировала на действия экологической организации. Она называет действия легкомысленные и ребяческие. Но каких-то именно таких заявлений в сторону этих организаций не делают. Припоминать мексиканский залив компании будут на протяжении всего времени не существовать. Неспособность такой крупной международной организации, как ВИП, справиться с репутационными рисками является сигналом, напоминающим о необходимости вплотную заниматься кризисными коммуникациями. Усилия в этой области должны представлять одну из важнейших сфер деятельности любой компании. Все? Все? Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Какие виды стратегий использовала компания ВИП? Имеется в виду, какие виды антикризисных стратегий? Компания, первая реакция компании, она отрицает ответственность и отрицает вину. Но стратегия, значит, отрицает ответственность. Дальше. После она признает ответственность, все-таки, но большую часть вины перекладывает на подрядчика. Перекладывает вину на третьих лиц дальше. Компания утверждает, что это катастрофа, этот кризис может случиться с любой компанией. Какие стратегии? Изучить кризисные коммуникации компании. Процесс не может быть целью. Вы изучаете кризисные коммуникации с какой целью? Зачем? Вот вы решили изучить кризисные коммуникации компании ВИП. Чтобы проанализировать, какие ошибки допустила компания. С какой целью? Чтобы... Все это делается. Ну что вы понимаете, технология в кризисе? Чтобы... Ничего, зачем это? Избежать подобных ошибок в будущем. Вы какие-то рекомендации с ней работаете, директор? Ну, да. Можете учить это?
по взаимодействию имеется экологическая организация, как у вас тема обозначена. Как я вот в работе, получилось так, что особенно в организации, как раз экологической организации, в ВИПИ не было как того. То есть реакция экологической организации на действия компании ВИПИ как раз результатом того, что ВИПИ проводил неэффективную экологическую работу. Не отвечайте на вопрос. Что еще нужно сделать? Вопрос был про рекомендации. Какие рекомендации? Ей нужно было, более четко формулировать свою стратегию и исследовать принципы, которые она заявила в своей ценности. То есть, допустим, если она заявляет, что этот кризис мог случиться с любой компанией, занимающейся добычей нефти, то она могла показать какие-то, давать какие-то подтверждения случайности этой аварии. У меня еще один вопрос. Вот вы сказали, что фактически не было никакого взаимодействия компании с экологической организацией, да? Вы так сказали. Тогда возникает вопрос, зачем в целях исследования вы пишете проанализировать взаимодействие компании с экологическими организациями, если этого взаимодействия не было? Что вы тогда анализируете? Тем не менее, вы говорите, что один из основных принципов, приоритетный принцип, это экологическая, это логика окружающей среды, ВИПИ. И что они вообще ничего не делают, хотя они как приоритеты. Спасибо. Есть еще вопросы? Скажите, пожалуйста, одним из пунктов вы перечислили важно, вы перечисляете вопрос понятен? Да. Спасибо. Пожалуйста, это будет все тот же рецензент, все тот же вице-президент Центра политических технологий. Цель занимающих исключительно описательный характер. В заключение рецензент просто указывает, что работа выполнена на хорошем уровне и заслуживает положительной оценки. Спасибо. Нарушенка, нет. Пожалуйста, вам слово.